Мы с вами находимся на территории Левкати, и вот здесь располагается музей виноделия. И сейчас мы с вами пройдем и посмотрим, что это за музей, послушаем экскурсию. Вход в музей вот здесь. Не думайте, что это ресторан. Вы проходите через эту дверь и попадаете на территорию музея. Это видео будет интересно для тех, кто интересуется виноделием, виноградарством и его историей. Поэтому у нас есть такая уникальная возможность пройти в музей и немножечко послушать историю о виноделии. Ну и немножечко и про Левкадию тоже. Так что, ребята, приятного просмотра и все. Красота. Музей. Всех четверых, да? А, мы сейчас посмотрим музей. Да, конечно, свершилось. Мы сейчас находимся в первом зале нашего музея. Он посвящен Восточному царству. Вообще все предметы, которые вы здесь увидите, они приобретались на аукционах Европы, Австрии, Англии, Германии, Франции, США. Некоторые приобретались на блошиных рынках. Мы сейчас находимся в первом зале нашего музея, он посвящен Восточному царству. Почему Восточному царству? Потому что эта территория, где сегодня развивается Левкадия, в античные времена, входила в состав Восточного царства. Это такое мощное государство, в территории которого входило южное побережье Крыма, территория Таманского полуострова вплоть до Ростовской области. Астродомные, круглодомные, есть еще плоскодомные, но плоскодомные амфоры, они использовались в быту, и о них мы поговорим несколько позже. Завуалировать вот эту кислотность, вино добавляли различные настои трав, эссенции и занимались еще упариванием сусла. Всем этим они торговались с городами Римской империи и перевозили все в трюмах кораблей. Простого люда всей Европы до конца 19 века. Лишь в последний год завершения 19 века в Америке появляется резиновая обувь. И только тогда эта обувь ушла в прошлое. 15 веке во Франции. Почему небольшие? Чтобы не поранить ягоду и не допустить начала брожения. Мы это видели на ягоде, такой сизый налет. Это и есть дикие дрожжи. Если эти дикие дрожжи войдут в контакт с суслом, тут же начнется брожение. А этого нельзя было допустить раньше времени. Поэтому содержимое ящика лукошек перекладывали в бочки. В бочки, видите, тоже они небольшие, они находились на вот таких вот тележках, посредством которых собранный виноград подвозили к прессам. Прессы находились тут же, под открытым небом, у виноградных кустов. Перед вами пресс 19 века, Франция, Орлеан, родина Жанны д'Арк. Вот сюда высыпали виноградные грозди. Сверху накладывалась крышка, которая состояла из отдельных дощечек с поперечиной, то есть размеры по диаметру, осуществляли давление на эту крышку. И из вот этих щелей стекал сок сусла, который собирался вот в это отверстие, затем в трубку, из трубки в ведро, а из ведра вот в такую бочку с двумя ручками. Есть и для взвешивания бочки. Потому что луковичную форму легче было выдуть. Вот вы когда бачку выдуваете, получается такая луковичная форма. Сюда вино сливали, потом переносили. Симпатичная бутылка, да? Она наиболее приближенная по форме к современной винной бутылке. Но обратите внимание на вогнутый знак. Для чего нужна была такая вогнутая знак? Это уже бутылка, изготовленная на станке. То есть вот в этих узкоограниченных местах должны были собираться крупные винные осадки. То есть наличие в вине осадков, это вполне естественно, вполне нормально. Даже если выпадал винный камень, это также вполне естественно. В советские времена вообще все винодельни, все винзаводы сдавали вот этот винный камень на пищекомбинаты. Там использовали эти камни, ту вогнутость еще использовали при транспортировке. То есть одну бутылку закладывали в другую и их укладывали в деревянные ящики, и сцепленные между собой эти бутылки уже меньше в дороге разбивались. Три бокала, то есть из каждого носика свой бокал. И самый главный смысл сейчас в том, что люди, которые будут пить из этих бокалов, они находятся на равных. И это очень важный момент, когда в компании люди пьют, отношения между ними становятся более близкими, более теплыми, более доверительными.
И очень важно, конечно, когда люди ощущают комфортно себя в компании, то есть в компании себе подобных. Хотя психологи сегодня утверждают, что нужно окружать себя более статусными людьми. Тоже и серебра, и бронзы. Это такие достаточно углубленные посуда, то есть сосуды с двумя вертикально расположенными ручками. И справа вы видите два килика. Килик — это тоже бокалы, но они несколько отличаются. Они менее глубокие, расширенные, и ручки располагаются горизонтально. Вот здесь вы видите еще один килик. Самый распространенный килик — это бокал на каждый день. Его изготавливали и использовали на территории Боспорского царства. Кстати, на территории села Молдаванского сохранилось Боспорское городище. На окраине села года три назад приезжали специалисты и точно обследовали. И, в общем-то, вынесли вердикт, что это действительно Боспорское городище. Во время Великой Отечественной войны это Боспорское городище использовали под хранилище, немцы использовали под хранилище для боеприпасов. Обеззараживали некачественную воду вином. И таким разбавленным вином поили даже своих детей. Но совершенно разные подходы. И я вам сейчас подробно объясню это. То есть греки считали, что вино – это дар Божий, а сам процесс питья – это воздание любви и благодарности Богу за этот дар и жертвоприношение. Также античные греки считали, что вино – это лекарство. Лекарство от многих печали и грусти, лекарство, которое приносит радость, но это лекарство, которое может лишить разума. Именно поэтому античные греки считали, что пьянство, алкоголизм недопустимы, и пьянство и алкоголизм только для черней и рабов. Итак, налили ребенку вино в эту игрушку, ребенок, по образу и подобию родителей должен был налить вот в этот бронзовый сосудик. Посмотрите, что-то наподобие маленькой кружечки с ручкой, но обратите внимание, нет плоского дна. Вот с этого момента и начинается сакральное приобщение к отношению к вину. Это что значит? Ребенок должен был налить ровно столько, сколько выпьет, при этом не обронив ни капли дара Божьего. Такой экспозиции даже в Лувре нет. Эта экспозиция раскрывает философию развития вот такого особенного бокала, который называется ритон. Он ритуальный. Он использовался только по особо торжественным случаям. Обратите внимание, бокал повторяет форму рога животного и завершается головой животного. Справа и слева вы видите по три разновидности керамических ритонов. Это новодевы. Они изготовлены для того, чтобы мы с вами могли воочию увидеть разновидности ритуальных ритонов. Почему они завершаются головой животного? Дело в том, что человек — это как напоминание, потому что человек, который изрядно принял на грудь, он начинает себя по-другому ощущать во времени и пространстве и приобретает некоторые качества животных. Эта традиция сохранилась в кавказских народах. Кавказские народы также пьют из рогов только по особо торжественным случаям. На верхней полке вы видите также ритоны, но это уже эпоха романтизма, 16-17 век. Есть также 18, 19, даже начало 20 веков. Это целое произведение искусства, они изготовлены из обеспечить каждого воина вот таким вот походным дешевым штопором. Это было гораздо проще сделать, нежели осуществлять замену выведенного из строя огнестрельного оружия. Далее вы видите посуду, из которой пили в 18 веке на территории Руси. То есть вы видите серебро и медь. А вот в этом углу вы видите дегустационные чаши сомелье. Они называются тастерины. И они раскрывают только французскую культуру. Нигде больше в мире тастерины не были востребованы. Это абсолютно мужской аксессуар. Мужчины носили в карманах брюки пиджаков. В гости ходили со своим тастерином. Не было принято пить из чужого, негигиенично считалось. Вполне возможно, что это было связано с пандемией того периода времени. А вообще прямая направленность заключалась в следующем.
То есть все мероприятия, которые проводились при дворах в вечернее время, они проводились при живом пламени свечей, не было электричества. Французы пили из глубоких серебряных бокалов. И для французов очень важно было, какого цвета блики будут на серебряных бокалах, когда они будут пить вино. Ну, нам, россиянам, немножко этого не понять. Но только уже не в карманах брюки пиджаков, а носили как отличительный атрибут на шее, носили с гордостью, принадлежности к именно к когорте сомелье. На шее, на цепочке или же на ленте. Очень интересна судьба вот этого пастилина. Он изготовлен, смотрите, вот это очень дорогой предмет. Смотрите, серебро с позолотой и в ручку вставлена монета, которая была отчеканена в России в эпоху правления Павла I. Это конец 18 века, первый год начала 19 века. Они, посмотрите, здесь тоже серебро, причем высокой пробы. Это роспись, это, сейчас скажу, эмаль Паскани. И здесь даже есть позолота. А вот здесь вы видите камень, это аметист. Это обережный камень, который предохраняет от греховности и от алкоголизма. Это одни и те же племена, которые являются прародителями славян. Это боевой нож. К боевым ножам относились, к оружию боевому относились так же, так очень сакрально. Вот обратите внимание на рукоять. Она имеет обережную форму, фаллическую. Как правило, сама рукоять оформлялась зооморфным орнаментом. К сожалению, зооморфный орнамент не сохранился. Но обратите внимание на размер рукояти. Для такого размера кисти руки предназначено это боевое оружие. То есть это еще раз подтверждает тот факт, что каждые 2-3 века человек внешне очень сильно меняется. Это зависит от образа жизни, от того, чем питается человек. Люди античного периода времени были гораздо мельче, чем мы. Легче всего, конечно, работать на закупоривателе 20 века. Здесь уже используется закон рычага. Бутылку ставили вот на эту подставку, и неважно, вогнутое дно или плоское дно. Вот сюда закладывалась пробка, и при помощи данного рычага пробка по прямым углом плотно заходила в бутылку и закупоривала бутылку. Потому что он изготовлен по чертежам Дорна. Вот такие аппараты были востребованы в конце 19 века. И я объясню, почему. Вообще человек такая натура, что его очень сложно вывести из комфорта. Мы не хотим освобождаться от такого состояния. И для этого, для того, чтобы человек начал что-то делать, чтобы производить что-то или думать, человеку нужен пендаль. И вот этим пендалем оказался в конце 19 века именно нашествие филоксеры. Это такая мелкая мушка, которая внедрялась в лозу и изнутри убила полностью весь виноградный куст. Погибли все виноградные терруары Европы. Что значит Европа без алкоголя? Что значит Франция без алкоголя? И в этот период времени в Европу и во Францию стали ввозить сотни тысяч тонн изюма из Египта и Греции. Из изюма ставили бражку, а из бражки посредством вот таких аппаратов Дорна гнали крепкие дистилляты, то есть самогон. Конечный продукт вытекал вот из этой трубки, причем 55-52% спирта. Не нужно было больше перегонять, сразу отправляли в бочки для выдержки коньяков. Но прагматичные французы на этом не остановились. Они вот такие аппараты Дорна устанавливали в цокольных этажах своих жилищ и в зимнее время практически без перегона отапливали жилище и гнали крепкие дистилляты. Обратите внимание на вот этот сосуд и на принадлежность сосуда. Дело в том, что в Америке в январе месяце в 1920 году был подписан такой закон. И по этому закону уже нельзя было не ввозить, не вывозить алкоголь в Америку. Но этот закон не был писан для французов. Французы через аптечную сеть и даже через ветеринарную сеть все равно отправляли алкоголь. Там провизоры разливали в мелкую посуду, продавали как лекарство. Так обходились, даже для лечения собак, так обходились острые углы сухого закона в Америке. Автором является известный французский скульптор Жан-Жак Фродье. Его называли настоящим греком, потому что в своем творчестве он изображал античность. Он умер в 1852 году.
То есть эти фруктовницы он изготовил несколько раньше. Фруктовницы парные, они изображают свадьбу бога виноградарства и виноделия и Ариадны. Помните миф Ариадны, когда на острове Крит был лабиринт, в котором жил Минотавр, который каждый год требовал самых красивых девушек острова Крит. И тогда нашелся бесстрашный юноша, который решил покончить с этой несправедливостью. Он решил отправиться вот в эти лабиринты и убить Минотавра. И вот тогда он начал спускаться в эти лабиринты. Дочь царя Миноса Ариадна дала ему клубок ниток, чтобы он потом смог найти выход из этих лабиринтов. И вот благодаря этому клубку ниток бесстрашный юноша смог вернуться, убив Минотавра. Когда он вышел, он влюбился в Ариадну и женился на ней. Но любовь была недолго, как это бывает у мужчин. В скором времени он ее разлюбил и бросил спящей на берегу моря. Вы еще видите имитацию лебединых перьев. То есть это еще символ большой преданной чистой любви. Центральная часть изготовлена из посеребренной и позолоченной бронзы. Эти фруктовницы находятся на столе 19 века. Наибольший интерес, конечно, представляет вот эта столешница. Она изготовлена из очередного желтого мрамора. Ну просто неординарная такая личность. Это Селен. Селен – учитель и наставник бога виноградарства и виноделия. Это полубог, получеловек, полукозел. Он обладал большим объемом знаний, хорошо разбирался в искусстве, даже мог предвидеть судьбу, но с людьми не любил делиться своими знаниями. Но он очень сильно полюбил вино, которое создал его ученик, и очень часто переходил границу дозволенного. Как только он напивался, он превращался в козла. И вот сейчас показан именно первоначальный момент перевоплощения, когда ноги его трансформировались, как мы-то покрывались густым покровом черти. В таком состоянии он не мог философствовать, не мог делиться знаниями. Он садился на осла, отправлялся в лес, продолжал пить, вел аморальный образ жизни и предавался вакханалиям. Он же на трезвый. Всем своим состоянием он показывает, что вино выпитое в меру только во благо, только на здоровье. А вот эта нижняя часть подсвечника, колонна, она изготовлена из древесины грецкого ореха. Украшена виноградной лозой, виноградная лоза – один из самых древних символов плодородия. И вот здесь, если вы приглядитесь, то увидите птиц. Это черный дрозд. Черный дрозд в переводе на французский – мерло. Мерло – это красный сорт винограда, из которого получается чудеснейшее вино с очень сложным ароматическим букетом. И несмотря на сложность ароматического букета, это вино считается женским, потому что во вкусе оно мягкое и округлое. Это вино очень почитаемое в винном мире. И в винном мире говорят так: если вы дегустируете мерло, и сердце ваше не замерло, значит, это не мерло. Вот здесь вы видите еще одну скульптуру, которая называется «Рабочий». Ну, я вас уверяю, это не просто рабочий, это, конечно, винодел. Это мужчина, уже наделенный сединами, за спиной у него большой шерсть, это опыт, конечно, профессиональный. Робкая, игривая, веселая, и что-то потому, что вино еще неизвестно, что предстоит пережить холодную, суровую зиму. И вот здесь показан зимний момент, когда вино греет свои озябшие ручки и ножки у зимнего костра, при этом приобретаются новые знания, приобретается мудрость, наступает физическая зрелость. К весне этих качеств еще больше, ну а к лету вино уже созрело и готово к жертвоприношениям. Само вино тянет жертвенное животное, козла. Жертвенными животными считаются козлы и быки. И совсем недавно у нас появилась вот эта чудесная экспозиция. Здесь вы видите коллекцию мессинского фарфора. Этот мессинский фарфор Михаил Иванович приобрел, причем 18 века, он приобрел в Вене на аукционе. Его, конечно, интересовала только тематика виноградарства и виноделия. Обратите внимание на вот эту скульптурную композицию, где представлена целая немецкая семья, которая от мала до велика занимается изготовлением вина. И обратите внимание, у одного члена семьи на спине вы видите корзину заплечную, заполненную виноградом. Вот я объяснила вам подробно, как убирали виноград во Франции. В Германии такой способ не подходил. Потому что в Германии лозы высаживаются на неудобьях, на скалистых, обрывистых таких терруарах. Есть склоны даже под углом 45 градусов. Упасть туда крайне тяжело. И у виноградаря должны быть
свободные руки. В руке должна быть палка, на которую можно было бы опереться, для того, чтобы не упасть и не пораниться. Мессинский фарфор появился в 1710 году. Это год основания мануфактуры мессинской. Тогда это была Саксония, царство удачи, благополучия, изобилия. Его коллекционировала Екатерина II, Александр II, Исуповы, Строгановы. Многофункциональные. То есть, если предполагалась дегустация вина, их ставили вот таким вот образом, как вы их сейчас видите, как только предполагалась дегустация шампанских вин, их тут же переворачивали, и шампанское лили вот в эту полную ножку. Я еще точнее могу сказать, что это не просто фужеры, а это рюмеры. Рюмер в переводе с германских языков – это римлянин. Именно римляне в эпоху Римской империи принесли на берега Рейна виноградарство и виноделие. Из рюмеров в 16-17 веках пили германские племена. Причем белое вино. Белое вино всегда пьют холодным. И для того, чтобы его не подогревать теплом пальцев рук, производят вот такие полые высокие ножки. Полые, вообще сам рюмер, он выдувается из общего куска стекла. Полая цилиндрическая ножка и основание конусообразное. И обратите внимание, что ножка обвивается тонкой стеклянной нитью. И здесь вы еще увидите такие украшения, выдавленные украшения. Их действительно не выдувают, а именно выдавливают керамическими формами. Это форма, что может быть ягода, клубничка или же коготочки животных. И они не для красоты сделаны, выдавлены, а для того, чтобы рёмеры не выскальзывали с жирных пальцев рук. Так что представьте, 16-17 век, мясо ели руками, жирные пальцы, и чтобы рёмеры не выскальзывали с жирных пальцев рук, именно изготавливали вот такие, выдавливали такие формы. У рюмера всегда зеленоватый оттенок, это лесной зеленый оттенок. Справа вы видите еще одну разновидность рюмеров и те же выдавленные формы. На территории комплекса Левкадия есть кафешки уютные под открытым небом на террасах. Есть большой ресторан, где вы можете круглый год проводить мероприятия, посещать, приглашать своих гостей, проводить день рождения, свадьбы. И вообще здесь очень замечательное место для семейного отдыха. Скоро зацветет лаванда и будет необыкновенный аромат стоять в Левкадии. Ну а для тех, кто с детишками приходит погулять, здесь есть отличная детская площадка с лазалками, с качельками, с песочницей, с домиками. Ну и родителям тоже есть где посидеть в тени платана. Сегодня пустынно, потому что рабочий день. А так, в субботу, воскресенье здесь, конечно, очень много народу. И это все находится в Левкадии, село Молдаванское. Ты кто такой? Левкадьевская сторожевая.
Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, не пожадничайте. Вот. Мне будет приятно, да и людям будет тоже интересно. Делитесь этим видео. Это был канал Viking Life, его ведущий Сергей Гуд. Всем большой привет из села Молдаванского и из Левкадии. Пока! Thank you.